Вот это Планческая щель. С друзьями сегодня, 2 апреля, мы приехали отдохнуть в горы. Как по поверью народному, это называется места силы. Вот это горная речка. Вот на ту гору высоко-высоко поднимаются люди. И оттуда большая-большая красивая панорама сверху с горы. Ну, сегодня нет времени. Сегодня просто жарили шашлыки, отдыхали. Но в следующий раз мы на эту гору обязательно поднимемся. Вот посмотрите, какая здесь красота. Вот, река убегает, скорее всего, где-то в реку Кубань. Ну, вот так вот красиво. Сегодня 2 апреля, все зелено. Ну, мы сегодня немножко поднялись в горы. Немножко прошлись вверх по речке. Ну, на гору мы сегодня не поднимались. Поднимемся в следующий раз. Отдохнули замечательно, хорошо. Вот так шумит горная река. Но что самое интересное, вот эта речка, а вот это ручей. Небольшой ручей, который впадает в эту реку. Вот, это Планческая щель, это поселок в горах. Мы туда ездили, фотографировались в этом поселке. А вот по вот этому ручью выше у нас стоит машина. Вот такая красота. В общем, здорово и шикарно. На природу хочется ездить каждый день, что мы и будем делать. Вот это с друзьями. Дмитрий сегодня упал в горную реку, и как бы сменную обувь мы не взяли. Вторую ногу покажи, пожалуйста. Вот. Друзья, друзьям скинули фотографии, все друзья спрашивают, это что за краснодарские лапти? Вот такие лапти, а что сделаешь, кому легко? Когда падаешь в реку и забываешь взять с собой обувь, так и происходит. Приходится делать импровизированные кубанские лапти. Вот, идем дальше. Буду переходить, сейчас уже время. А сколько сейчас времени? Наверное, часа 4. Вот, перехожу, вот как я вам говорил, ручей. Вот этот? Ну да, вот смотрите, вот это вот ручей уходит туда. И вот так вот бежит и впадает в горную реку. Вот он потише, речка горная шумит. Вот я пытаюсь перейти. Вот так же Дмитрий у нас сегодня упал. Вот я перескакиваю. Вот так вот. Я как бы сильно не ботаник. Но какие-то растут интересные цветы. Не знаю, что это за цветы. Но что-то такое. Вот туда уходит ручей. Вот дерево, оплетенное лианами. Вот примерно так. Где, где? Вот мне друзья указывают, где мне идти, чтобы не упасть, как Дмитрий. Вот. Здесь мне что понравилось, вот такое дерево с корнем, с корнями. Вот смотрите. А вот еще раз покажу, вот, вот эта вот гора, ущелье. В следующий раз мы обязательно сюда поднимемся. Сегодня приехали немножко поздно, но успели подняться вверх по ручью и вверх по реке, спуститься, пожарить шашлыки. И вот дерево, смотрите, его как бы все обмыло уже это, и вот это корни.
И вот это дерево поднимается вверх. Вот это вот так вот все. Ну а здесь вот мы как бы вот идем сейчас. Вот кругом жарят шашлычки. Ну как бы сильно так все красиво. Вот трава зеленая. Зеленая трава. Это цветы вот пораспустились уже. Вот цветочки. Вот дальше отходим от реки, и ее становится менее слышно. Наша машина вот там вот. Сейчас мы туда пройдем. Вот это и есть платановая щель. Сюда мы пришли тоже на реку, но ходили мы в горы вот немножко вот туда, куда камера показывает, вот туда мы ходили. Вот, возвращаемся. Я красивый камушек нашел. Вот камушек, ну-ка. Вот камушек, и вот камушки прозрачные. Вот, ну мне нравится главная импровизация — кубанские лапти. Только на Кубани такое можно увидеть, услышать, полюбоваться. Вот это нормально. Друг вышел из положения. Шлеп-шлеп, как поет Васильева, помощница Сердюкова, про красные тапки. Только у нас желтые тапки. А здесь вот смотрите, вот, вот этот ручей отсюда. Вот отсюда бежит. И вот здесь вот впадает, и сейчас мы его пришли. Вот сюда впадает он. Вот, и он впадает в реку. Фу, проехала машина. Сразу пыль. На дворе 2017 год. Уже 21 век. Ну, в России как бы меняется не очень так уже и много. Как ездили по грунтовым дорогам, так и катаемся. А мы ходили сегодня вот сюда. Вот тропа уходит в горы. Вот сюда мы уходили далеко, далеко по реке. Вот там Дмитрий упал как бы в горную реку, вернулись. Потом пошли как бы прогуляться к самой речке еще. Так, а куда мы идем? Мы прошли или где мы шли? А, тут пройдем. Ну вот идем к машине, как бы нагулялись, наелись мяска. Вот, если вот это я сейчас снимаю, вот туда поселок, как еще раз, Дмитрий? Планческая щель. Ну, в общем, все, кто будет на Кубани, звоните, пишите в личку, проводим, встретим, пожарим шашлыки. Вот, все прекрасно. Вот еще один ручеечек. Где-то бежит из-под скал. То есть он вот так вот аккуратненько, и все впадает в реку. Вот это такой малюсенький, но он живой, бежит. Воду я пробовал, вода очень вкусная, горная, просто замечательно. Вот примерно так. О, ну давайте по чайку и поедем. Ну, то есть вот все, мы вернулись, наша машина. Сейчас по коням, по газам и домой. Сейчас выпьем по кружечке чая, ну и пора будет. Ну, а так вот очень много отдыхающих, машин. Ну, вот такие дела. Это мы выставим сегодня в интернет. Смотрите, подписывайтесь, будем вам отвечать. Всем пока-пока, до новых встреч, до связи.